Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Я вас поздравляю с завершением 16-го каталога Oriflame. Сегодня стартует уже новый 17-й каталог, он такой предпраздничный, яркий, красивый. И я делаю с него заказ и заодно вам покажу, как правильно оформлять доставку, как оплачивать и как завершать заказ. И покажу, конечно, что я заказываю себе. Даже еще с клиентами не успела поработать, но беру кое-что сразу для себя. Многофункциональная тушь 5 в 1 в праздничной упаковке. Конечно же, не пройду мимо этого предложения. К сожалению, нет помад, которые я хотела заказать для себя из серии On Color. Их уже нет, по-моему, третий каталог. Нету питательного крема для ног с тыквой. Он мне очень понравился. Почему-то я в нем чувствовала именно аромат апельсина. Такой прям, ух, вкусный крем. У меня был, закончился уже. Беру три масочки на подарки для рук. У меня одна есть. Наверное, одну себе оставлю еще в запас, потому что 175 рублей – это очень-очень маленькая цена для такого прекрасного продукта. Беру для себя кальций с витамином D, морской кальций с витамином D. Я обожаю, вот, кстати, приготовила одну таблеточку, еще не жевала сегодня. У меня как раз баночка заканчивается, беру еще одну. Два бальзамчика у меня под заказ для губ. Они классные, они очень классные. Они так хорошо увлажняют губы, питают их и выглядят красиво. Именно вот оттенок розовый, он более близкий к цвету губ. Себе беру кондиционер против выпадения волос, обожаю этот кондиционер. Нету в наличии щеток, которых мне заказали кучу, и Миша хотела такие взять жесткие щетки. Беру три пасты в запас, травяные у меня заканчиваются, освежающие еще там есть, отбеливающие. Хотела взять набор мужчинам на подарок, но, к сожалению, нету пены, но зато есть аромат магнетиста. Один оставлю себе и буду его давать всем пробовать, один наборчик возьму на продажу или кому-то подарю. И беру разные варианты смягчашек. Буду сама ими пользоваться, потому что это очень-очень люблю смягчашки. У меня вот тут даже на столе стоит еще не так давно была с ароматом апельсина. У меня открытая есть с маслом семян клубники, с клюквой и с розочкой заканчивать, с эквадорской розой. Я их очень все люблю. Беру себе топовое покрытие для ногтей. Хотела взять нефрит, стойкие тени для век. Для макияжа, к сожалению, их нету. И беру себе серебристую подводку Metallic. Каталог Миша витаминки. Кстати, у нас запас такой большой витаминов набрала. Думаю, может быть, даже сейчас и не буду его брать. Может быть, что-то другое, более выгодное наберу. Ох, сколько соблазнов. Давайте внимательно посмотрим распродажу. Прям рекомендую гели для душа. Если ни разу не пробовали, возьмите именно эти. Так, палетки я кое-где видела подешевле, но здесь я видела один набор. Классная скраб для губ, обалденный скраб, маска, какая-то косметичка. Кстати, очень люблю косметички от Oriflame. Так, гели, аксессуары, щетку, если не брали, рекомендую. Это такая большая, классная щетка. Я ее давно, кстати, не видела в каталоге, а здесь она есть. Очень удобная. Я помню, в свое время всех клиентов обеспечила этой щеткой, чтобы все были счастливы, потому что она и массаж хороший делает, и пилинг. Так, кисточки в распродаже. Рекомендую прям кисть для тона. Вот такую я себе взяла, и такую для контуринга. Пользуюсь постоянно. Так, мужские ароматы. Так, бустеры. Про все, конечно, не расскажешь. Очень много продукции по акции. Это дополнительное предложение, в каталоге этого нет, поэтому здесь вот смотрите внимательно. Вот, смотрите, есть наборы для ухода за кожей, и это, кстати, очень выгодно. Мне вот интересно, что здесь входит в этот набор. Добавлю, посмотрю. И еще один набор. А где он? Его уже нету. Забрали. Был набор «Королевский бархат», я хотела взять подруге. Не успела, кто-то меня опередил. Окей, можно взять носочки новогодние. А вот здесь у нас большая распродажа для своих. Вот тут надо все хватать очень быстро. Итак, я беру Giordani Gold Man. Раз. Смотрите, а почему кнопочки не активные? А что, только один продукт можно взять? Да вы что, я хотела палетку для контуринга. Так получается. Вон оно что, я думала, здесь сколько угодно можно набирать всего, а оказывается, ограничения. Так неинтересно. И сыворотку хочу, и палетку очень хочу, давно они мечтают.
Серьги, мои мечты. Придется от духов отказаться, взять серьги. Да, я такая, я люблю очень. Вау, сколько всего, какие цены. Боже мой. Ребята, что творится? Норхен. Слушайте, я вот просто сюда не заглядывала. Я так понимаю, можно взять только что-то одно. А я бы набрала здесь косметичка шикарно. Короче, что я делаю? Я отказываюсь от туалетной воды. Где у меня распродажа? Вот. То есть, и я что я возьму? Я возьму серьги. Я так их давно хотела. Они такие красивые. Вот они, вот они, вот они. Смотрите, всего за 485 рублей. Они же идеальные для меня. Посмотрите, с зелененьким глазочком, цветочки. Все, беру. Беру, даже не думая. Все, я такая, луговой авантюрин. Еще бы колечко. Хорошо. Так, сохраняем. Добавляю в корзину. Ну, хотя бы что-то. Беру еще 10 каталогов за 329 рублей. Тоже кидаю в корзину. И возвращаюсь в корзину, чтобы проверить состав. Что здесь есть? Так, тушь есть. Масочки есть. Комплекс есть. Бальзамчики есть для девчонок. Так, кондиционер. Зубные пасты. Так, зубная паста. Мыло для мужчин. Два аромата. Топчик. Каталог. Набор. А, вот набор увлажнения. Хотела посмотреть компоненты. Вот, классно. Смотрите, всего за 639 рублей и сыворотка, и еще, скажите мне, крем для кожи вокруг глаз Optimus, он обалденный. Знаете, что он делает? Вот если у вас припухлости, он очень круто убирает отечность. Если темные круги под глазами, то он их уменьшает, очень заметно уменьшает темные круги, мимику убирает. Ну, конечно, для глубоких морщин он не справится, но иногда он просто как спасительный круг, спасательный круг, потому что иногда встаешь с отеком, и прям его раз-раз-раз-раз-раз, как масочку подержал, немножечко промокнул, или я иногда умываюсь, чтобы смыть лишнее, потом наношу свой коллаген, или его оставляю. Это такой потрясающий крем, поэтому я его оставлю в наборе, и сыворотка тоже пригодится. Каталоги Авантюрин получу. Я очень счастлива. И витамины для мужчин, потому что ну, большая скидка, очень выгодно и классно. Дальше мы переходим. Так, в акциях мы были, больше здесь ничего нет. Доставка. Выбираем доставку. Как ее выбрать? Смотрите, если у вас первый заказ, как у новичка, то от 75 баллов у вас доставка бесплатная. Вы можете выбрать хоть почтой, пикпоинт, куда угодно, да, нажимаете вот тут вот, доставка курьером, и вам, может быть, в вашем городе даже есть доставка курьером, вам на дом привезут. Или вы выбираете получить в пункте выдачи. Вот тут вот выбираете сначала тип. Тип. Ставите партнерский офис, это СПО. А это самая выгодная, самая дешевая доставка в Oriflame. Единственное, что не все СПО работают очень по удобному графику. Поэтому посмотрите расписание работы офиса. Если вы затрудняетесь с поиском информации, обратитесь к спонсору, вам помогут разобраться. Ребят, потому что когда заказ получать неудобно, то никакого удовольствия от самого заказа не будет. Выберите удобное место. Либо постамат, там заказ хранится 3 дня, в офисе 5 дней, в постамате 3 дня, но можно продлевать. И также в пятерочке тоже можно звонить и продлевать на 2 или на 3 дня. То есть, например, не успеваете, можно позвонить, продлить. Заказ уже будет оплачен. Ну, бьюти-центр это в некоторых городах только есть, поэтому не показываем даже. Я оставляю, ну, выбрали пункт, например, партнерский офис. Здесь ставится свой город. Мой Саратов. Теперь вы знаете, где я живу. И я вот выбираю свой адрес, где я получаю заказы. То есть у меня доставка стоит 150 рублей, курьерская доставка примерно на 100 рублей дороже. Поэтому мне удобно в офисе, он рядышком, поэтому я оставляю здесь. Оплата. Важно по оплате. Смотрите, можно оплатить на офис прямо перед получением. Бывает иногда вот едем за заказом и тут же оплачиваем. То есть главное вот сказать, я оплатила только сейчас. Они там проверят или вы показываете чек на телефоне. Можно оплатить вот таким методом без комиссии, можно долями. В этом случае заказ разделится на 4 части.
вы сразу одну часть должны оплатить прямо в момент оформления заказа, а остальные через, по-моему, 2 недели равными долями вы будете просто оплачивать. Тоже очень удобно, особенно если заказ большой. Далее, оплата банковской картой на сайте. Это значит сразу оплатить. Особенно это удобно, если вы собираете Сбер Спасибо. Мы, например, копим Сбер Спасибо. И, соответственно, когда оплачиваем заказы, у нас возвращаются эти потом проценты. Здесь мы оплачиваем на 1% больше сначала. Видите, комиссия 1%. Но зато потом возвращается Сбер Спасибо гораздо больше. Я оставляю оплату перед получением. И потом также зайду в личный кабинет, уже ближе к поставке, и оплачу через сайт, чтобы получить Сбер Спасибо. Просто сейчас не хочу с этим заморачиваться. И переходим в раздел «Оформить заказ». Здесь вы все проверяете, как оформлена доставка, туда, не туда. Вы смотрите здесь сумму. У меня, видите, сумма заказа 8 945, а к оплате всего 5 956. То есть у меня на товарном поле оставили почему-то всего 339, мало. Обычно больше оставляют, и к оплате меньше остается. Так, что я взяла? Эксклюзивно онлайн набор, наборы каталогов, акция «Большая распродажа для своих» взяла. И, в общем-то, все круто, можно оформлять заказ. Но я сейчас еще вернусь, проверю быстренько и сохраню заказ. Я вам желаю отличного настроения. Кстати, хотела взять еще все-все-все помады, которые новинка Кушан. Вот эти вот с последней странички, да, практически около обложки каталога. Но их нет. Пока объявили, что они будут в следующем каталоге, потому что сейчас даже код не пробивается. Но помада просто невероятная. Я хотела взять и себе, и на продажу, потому что клиенты, когда увидят, я уверена, что их потом не будет уже в заказе. Все разберем, самые шустрики все разберут. Поэтому в следующем каталоге караулим, как только откроется сайт, сразу отправляйте заказ вместе со мной, чтобы успеть получить все, что вы хотите. А я еще раз гляну, что у меня в корзине, перепроверю, может быть, что-то внесу или отниму. Ну, главное, суть вы поняли, что нужно делать. Всего доброго, до новых встреч. Пишите, кстати, в комментариях, что вы себе заказали. Хвалитесь, хвастайтесь. Что взяли из распродажи, тоже поделитесь, интересно. А я прощаюсь с вами. Пока-пока.